Веремеюк Валентина Николаевна при жизни привила у многих любовь к творчеству, музыке и культурным традициям, чем и завоевала любовь и глубокое уважение преемников и жителей родной страны. Почтить память педагога, основавшего уникальное учреждение образования, собрались учащиеся и руководство гимназии номер 3 города Бреста, а также представители городской власти. Мемориальная доска у входа теперь навсегда увековечит память заслуженного учителя, человека, чей труд останется уникальным сокровищем, передаваемым из поколения в поколение. В преддверии празднования Дня народного единства сегодня здесь, в микрорайоне Речица, мы открываем мемориальную доску Валентине Николаевне Веремеюк, заслуженному учителю ВССР, создателю художественной гимназии номер 3, создателю народного коллектива «Прибужье», который единственный в республике народный, находится в школе. По-прежнему нет аналогов таким руководителям. И это очень почетно для микрорайона Речицы. Валентина Николаевна — человек очень известный, человек, который создавал гимназию, который руководил ею на протяжении долгих лет. И действительно, это яркий пример на служение Родине и людям, вся ее творческая жизнь. Сегодня каждый учащийся гимназии номер 3 знает имя Валентины Николаевны и гордится тем, что обучается в творческом учреждении. Руководство и педагогический состав хранят память о ней и не дают молодому поколению забыть о человеке, чей труд хранится в стенах учреждения. Сегодня мы открываем мемориальную доску первому директору, создателю нашей гимназии Веремеюк Валентине Николаевне. У каждого человека есть свой жизненный ориентир. Валентина Николаевна была таким ориентиром для многих девушек и юношей микрорайона Речица. Очень символично, что открытие доски происходит именно в канун государственного праздника Дня народного единства. Это особое состояние сплоченности, целеустремленности людей, которые объединяются общей историей, общими делами, культурой. Вот именно такой коллектив был создан Валентиной Николаевной Веремеюк. Валентина Веремеюк была не просто учителем, дающим знания. Это был человек, умеющий найти подход к каждому ученику и разглядеть его глубинный талант. Преемницей великого труда стала родная племянница Валентины Николаевны, художественный руководитель детского народного ансамбля «Песни и танцы Прибужье». Самым, наверное, добрым, самым справедливым, строгим, но очень преданным своему делу человеком. Не зря ее девизом было: это работа с детьми, это дело всей моей жизни. Самым главным, что она хотела всегда, это чтобы раскрыть весь потенциал детей, чтобы все эти дети как можно больше могли раскрыть свои данные, свои какие-то внутренние способности, чтобы они могли петь, танцевать. А тот, кто поет родные песни, тот, кто танцует родные танцы, тот, кто вообще любит культуру своего народа, тот, конечно же, самый преданный человек своей родине. На торжественном открытии мемориальной доски присутствовали родственники Валентины Николаевны. Дети, внуки и правнуки с гордостью возложили цветы и рассказали, каким человеком была заслуженный педагог. Бабушка самоотверженно, как тоже сегодня озвучивали, трудилась и вкладывалась в свое дело. Так, просто без оглядки, скажем так, с головой, такое полное погружение. Вкладывала много в развитие семьи, конечно, и нас лично. Валентина Веремеюк хотела показать всему миру, какие прекрасные люди живут на белорусской земле. Чувство гордости за принадлежность к своему народу заслуженный учитель выражала через танец, музыку и песни. Ее главным ориентиром была любовь. Любовь к дорогому сердцу делу, ученикам, творчеству, к родине.